Активисты Одинцовского отделения «Единой России» вместе со сторонниками партии провели совещание по вопросам оказания гуманитарной помощи. Обсудили закупку медикаментов для отправки в зону СВО и тканей, из которых участники «Серебряных волонтеров» делают снуды и балаклавы для бойцов. Также на встрече подвели итоги поездки гуманитарного конвоя по территории новых субъектов России.